Мы плыли на корабле с друзьями, как вдруг начался сильный шторм. Нас трясло по всему кораблю. Это было ужасно. Наш корабль почти переворачивало. Мы как могли пытались спастись, но это не помогало. Я очутилась в воде и пыталась подплыть к острову, который находился рядом со мной, когда я плыла и думала: «Вот мое спасение!» Но это было совсем не так. О, ё-моё, где я? Ой, тут рядом остров. Кто это? Но, блин, я сейчас задохнусь. Ой, что-то говорит. Я уже не слышу. Да, ё. Ой, это где я? Кто вы такие вообще? Это что за место? Ой, это... А, мне кажется, вспомнила. Я не русалка, это... Да, я очнулась. Капитан корабля, который выжил в кораблекрушении, и мы построили этот домик. Да? Так, а вы все кто-то? Мы плыли на лайнер под названием Луизитания, и в это утро он потерял крушение. Все выжившие собрались в этом домике, но тебя мы заметили на горизонте океана. Ага. Я Вальдемар Вебер. Я Макс, я Руслан Петров, получается, и капитан Гордей. О, а кто это такой? О, кажется, я его знаю. Подожди. Ребята, я увидела остров, он какой-то странный. О, а в какой он, где он находится вообще? Не знаешь? Или ты не помнишь? То есть... А, там, да? А, вон, я вижу, что там есть. Ага. Так, ну ладно, я в принципе поняла, кто вы такие. Давайте отправимся на этот остров уже потом, потому что я сейчас хочу отдохнуть. Ладно. Но я уже устала. Вы там смотрите, я пока что буду отдыхать. Все, всем удачи. Давайте увидимся потом.